Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Прицелься в мишень, Соуп. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Чудесно. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробив фанеру. Отлично. Пули пробивают дерево. Гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. На этом все, Соуп. Выходи и отправляйся к сержанту Ньюкаслу. Пора устроить пару фейерверков, дружище. Бери осколочные гранаты и прячься в укрытие. Давай в укрытие, Соуп. Теперь бросай гранаты во второе, третье и четвертое окно. Возвращайся сюда и бери этот гранатомет. Отправляйся в укрытие. Огонь по стене номер один. Обрати внимание, что взрыва не было. Как ты знаешь, у каждого гранатомета есть минимальная безопасная дистанция взведения. Так, теперь бросай гранаты в пятое, шестое и седьмое окна. Возвращайся к столу и возьми оттуда взрывчатку. Соуп, возьми в руки С4. Сдается мне, Соуп, моя бывшая жена решила пожертвовать своим автомобилем ради твоего образования. Бросай С4 в машину. Установи взрывчатку на указанное место. Теперь отойди на безопасное расстояние. Ложись. Намного лучше. Ладно, Соу, испытание на обращение с оружием ты прошел. Отправляйся к Маку на полосу препятствий. Наверняка он будет рад тебя видеть. Надо же, милая госпожа Соу наконец соблаговолила почтительно своим визитом. Построятся, девочки! Пошу! Это тебе не по парку гулять! Хватай обмундирование! Шевелись! Перепрыгивай через препятствия! Да ты шевелишься медленнее, чем дед на своей бабке! Даже в Санкерсте парни бегают быстрее тебя! Пошли, пошли, пошли! Да что с вами такое? Хотите в свою часть вернуться? Капитан Прайс ждет тебя в первом ангаре. Мое испытание ты прошел. Теперь убирайся, чтобы я тебя больше не видел.
А вы, девочки, будете бегать до тех пор, пока мне будет не стыдно на вас смотреть. Он новичок, сэр. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соу. Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Заберись по той лестнице. МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу, ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь! Вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 02:00. Вольно.